Добрый день, наши милые зрительницы! Интернет-магазин «Серебряная птица» вновь рад вас приветствовать на нашем новом обзоре серебряных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Сегодня у нас украшения со вставками и без, в золочении и в оксидировании. В общем, все самое ваше любимое и самое красивое мы уже приготовили для вас для этого обзора. Следите внимательно и вдохновляйтесь нашими новинками! И открывают наш обзор вот такие серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Украшения без вставок в классическом геометрическом стиле. На серьгах английский замочек, и для того, чтобы заказать их в свою коллекцию, вам нужно перейти по ссылкам в описании к этому видеоролику на наш сайт серебряныяптица.рф. Мы будем ждать вас за покупками! Представляем вам серьги из серебра 925 пробы, покрытие изделий золочения и оксидирования. Серьги без вставок с английским замочком, и обратите внимание, какой оригинальный, потрясающий индивидуальный дизайн. Согласитесь, с ним вы соберете очень много восхищенных взглядов и комплиментов. Готовы проявить себя? Тогда переходите по ссылкам в описании к видеоролику в наш интернет-магазин «Серебряная птица». Перед вами комплект, в который входят кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка и искусственный коралл насыщенного, яркого, сочного томатного цвета. Только посмотрите, какой фактурный, какой изысканный комплект сейчас перед вами. Если он вам понравился и вы хотите заполучить его в свою коллекцию, то скорее переходите по ссылкам в описании к этому видео, пока такой комплект есть в наличии. Мы ждем вас на нашем сайте серебряныяптица.рф. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и золочения с элементами выборочного родирования. Серьги без вставок с английским замочком. Актуальная элегантная классика никогда не выходит из моды, так и эти серьги всегда будут в вашей коллекции незаменимым ежедневным аксессуаром. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику, чтобы заполучить эти украшения в свою коллекцию аксессуаров. Серьги из серебра 925 пробы без вставок в покрытиях золочения и родирования. Для тех, кто любит минималистичный дизайн и едва заметные аксессуары, эти серьги станут лучшим решением как для повседневного образа, так и для сочетания с деловым костюмом. Для того, чтобы приобрести эти украшения, переходите по ссылкам в описании к видео на наш сайт серебряныяптица.рф. Там вы сможете узнать цену изделий и, конечно же, оформить заказ. Представляем вашему вниманию комплект из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. В комплект входят серьги и кольцо. На серьгах английский замочек. Для того, чтобы проявить свой неординарный вкус, вам вполне подойдет этот комплект. Заказывайте серьги и кольцо вместе, либо же по отдельности на нашем сайте серебряныяптица.рф. Для заказа переходите по ссылкам в описании к видеоролику. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и золочения. Серьги без вставок, замочек-гвоздик. Посмотрите, какие миниатюрные серьги мы сейчас предлагаем вам.
Напишите нам в комментариях, какое из покрытий вам нравится больше. Ну а для того, чтобы заказать изделие, переходите по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт serebrnayaptitsa.rf. Мы будем ждать вас за покупками! Вашему вниманию представляем серьги из серебра 925 пробы, покрытие изделий золочение и родирование, а также на изделиях присутствует шикарная белая эмаль. Серьги с английским замочком без вставок. Посмотрите, какие интересные и оригинальные серьги мы предлагаем вам. Для того, чтобы узнать цену и заказать украшения, переходите по ссылкам в наш интернет-магазин «Серебряная птица». Ну а в комментариях вы можете написать нам, какая модель понравилась вам больше в родировании или в золочении. Мы будем ждать ваши отзывы. Представляем вашему вниманию комплект украшений, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения, украшения без вставок, но зато посмотрите, какая сверкающая, переливающаяся алмазная грань украшает эти изделия. Смотрится очень стильно и элегантно. Заказывайте эти украшения, чтобы подчеркнуть свой неповторимый вкус и стиль. Сделать это можно, конечно же, на нашем сайте, перейдя по ссылкам в описании к видеоролику. Мы будем ждать вас в интернет-магазине «Серебряная птица». Комплект украшений, в который входит кольцо и серьги, из серебра 925 пробы. На серьгах английский замочек, покрытие изделий оксидирование, украшения без вставок. И также этот комплект украшает алмазная грань. Он идентичен предыдущему, который мы показали вам в нашем обзоре, но уже в другом покрытии. Для любительниц оксидирования мы считаем, что такой комплект обязательно нужно заполучить в свою коллекцию аксессуаров. А сделать это очень просто. Нужно всего лишь перейти по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт serebrnayaptitsa.rf. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы, покрытие украшений родирование и золочение, вставка культивированный жемчуг. Только посмотрите, какие крупные, какие переливающиеся перламутровые жемчужины будут украшать вашу мочку уха. Такие серьги подойдут к абсолютно любому вашему образу, какой бы стиль вы ни выбрали. Заказывайте эти универсальные украшения в свой гардероб, а сделать это очень просто. Нужно перейти по ссылкам в описании к видеоролику. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы, покрытие изделий родирование и золочение, серьги с английским замочком без вставок. Посмотрите, какой оригинальный дизайн мастера-ювелиры Красной Пресни исполнили для вас в этих украшениях. Согласитесь, такие украшения смотрелись бы очень эффектно. Но для того, чтобы проверить, как они будут смотреться в вашем образе, рекомендуем перейти по ссылкам в описании к видеоролику и заказать в свою коллекцию эти интересные и неординарные украшения. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы, покрытие изделий оксидирования и золочения, вставка культивированный жемчуг. Изысканные и элегантные украшения сейчас перед вами. В нашем видеообзоре это уже второе украшение с жемчугом. И мы будем рады, если вы напишите нам в комментариях, какие именно серьги понравились вам больше. Минималистичные с одной жемчужиной, либо же вот такие изысканные и прекрасные. Будем ждать ваших отзывов. Ну а для того, чтобы заказать украшения, переходите по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт serebrnayaptitsa.rf.
Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирования и золочения. Вставка перламутр. Только посмотрите, какие нежные и интересные серьги сейчас перед вами. Цветочный дизайн никогда не выходит из моды, а значит, эти серьги останутся всегда актуальными. Выбирайте, какие из них вам по душе. Напишите нам об этом, конечно же, в комментариях. А для того, чтобы заказать, переходите по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт serebrnayaptitsa.rf. Представляем вашему вниманию кольца из серебра 925 пробы, покрытие изделий оксидирования и золочения. Кольцо «Спаси и сохрани» является мощным оберегом и широко используется для украшений в ритуальной тематике. Для того, чтобы заказать его, переходите по ссылкам в описании на наш сайт serebrnayaptitsa.rf. Там вы можете узнать цену и, конечно же, оформить заказ с доставкой в ваш город. И в завершении нашего видеообзора мы представляем вам вот такое яркое, динамичное и очень оригинальное кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, изделие без вставок, но согласитесь, они здесь были бы абсолютно лишними. Это очень оригинальное, можно даже сказать, эксклюзивное изделие. Для того, чтобы заказать его, переходите по ссылкам в описании к видеоролику. Мы будем ждать вас за покупками на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Мы благодарим вас за просмотр нашего видеообзора и желаем всего наилучшего. До встречи в новых видеороликах!